Добрий день. Сказали, що ви організатор один. Ви можете озвучити вимоги, які ставляться сьогодні мітингувальниками? Мені сказали, що ви старша. Ні, це неправда. Ну, скажіть це на камеру, поверніться. Я не хочу, я не желаю. Ну, які вимоги ви? От сьогодні ви на мітингу, що ви підтримуєте? Які вимоги ставляться мітингувальниками? Не обижайте народ трудолюбивый, поющий, добрый. Да Украина это самая лучшая житница на всей земной кульке. Вы хотите все раздербанили, все заводы, все. А теперь вы хотите и земельку под белые рученьки кому отдать? Кому? Добрый день, скажите, какая основная вимога до пана Кубіва? Мы хотим его отставки. Отставки, отставка Кубіва, да? Да, хотим отставки. Я говорю за коммунальные услуги, я говорю, да, за супермаркеты, за проезд, за топливо, за нефть, за все говорю. До чего мы добрались? Все дорожает сейчас. Значит, если не упадет, чем они отправляют? Мы видим только одно, это было сколько, на кредит, по-моему, подешевле доллара, все. А больше ничего не было, все дорожает дальше. А кто организовал митинг? Активисты Майдана, инициативная группа за достойную жизнь. Наше зло. Губил наше зло. Губил наше зло. Губил наше зло. Губил наше зло.